Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот и Ёж. Мы приехали делать фотографии на документы. Мы приехали в гмину Радошице сделать фотографии на документы. Ждем нашего друга из России. Сейчас поедем дальше. Вот чуть-чуть вам покажу. Вон там костел, видите? Смотрите, как интересно. Вот указатель зеленый, да? Этот населенный пункт закончился. И просто идет трасса. Вот она просто трасса, да? Здесь ходят автомобили. Так вот, мост, смотрите, да? И просто так вдоль трассы. Вот пруд. Ну вот, мы приехали на машине. Здесь столики, качельки. Можно выйти и отдохнуть. Вот смотрите, мусорка. Никто не мусорит. Вот смотрите, мешок с мусором. И вот, это для отдыхающих. Это для тех, кто приедет подышать здесь свежим воздухом и отдохнуть. Вот, видите, все. Вон там мусор. Все в мусорку собрали. Вот шишечки такие. Это как у нас в Сибири. Такие шишечки. Хорошая погода, отличная. Вот смотрите, такие деревянные столики. Здесь можно посидеть, отдохнуть с лавочками. Вот качелька для маленьких. Видите, сидушка маленькая, качелька для маленьких. Вот такая вот лесенка, горочка. Это чисто для маленьких. Вот такой канатик. Интересно, да. Там еще столики. То есть можно прийти с детьми. Сами взрослые могут вон там сидеть, отдыхать. Со сосновым воздухом дышать. Ой, воздух прям классный. Как у нас в Бару в Кемерово. Вот, смотрите. Вот столики. Там дальше лес. Сосны. Сосны. Здорово. Птички поют. Вон там еще лавочка отдельно. И вон там пруд. Вот еще одна лавочка. Вот это просто вдоль дороги. Вот мы ехали, увидели, решили остановиться. Я вам показываю. Вот представляете? Вон там ежик с Виталиком. Это который наш друг из России приехал. Кстати, выходной будет интервью с ним. Кто спрашивал, всех интересует работа, всех интересует как и что. Будем задавать ему вопросы, он будет отвечать. Вот смотрите, нет, это не пруд, это речушка. Что-то мне показалось сначала, что это пруд. Показалось, что пруд с дороги. А сейчас вижу. Хорошая погода. Сюда можно приехать грилить. Вот тут вот в середине как островок маленький. У высокой травы. Огибает его вокруг речка. Где? О, видишь? Нет, не вижу. Вон, видишь, вон, на речку посмотри. Видишь, через него вода перескакивает? Да. Вот пойди там сними, его прям в воде видно, там и змейка. Ой, змейка, смотрите. Быстрей. Змейка плывет, видите? Нет, нет, вон она. Она не спряталась. Это ушка. Наверное, ужик. Может, какие-то. И вот рыбки мелкие. Вода прозрачная и рыбки мелкие, смотрите.
А вон она, змейка. Здорово. Так, пойду посмотрю, там какой-то порожек, красивый камень, ежик сказал. Где-то есть. Сейчас посмотрим. Так, ребят, очень много интересных таких каких-то мест. Ну, где мы будем? Мы вам все-все покажем. Вот, смотрите, лампадки. Просто вдоль дороги кто-то вот так поставил их, выставил. Интересно очень, видите как? Возле речки. Так много-много их. Вот видите, такое сердечко. Везде какие-то рисуночки. В траве не очень видно, конечно. Вот тут уже сухая трава, все сгорело. Когда успела? Не знаю. Ой, так это далеко, вам не будет видно. Видите, вот камешки, как порожек такой. Через него вода. Ну, здорово. Видите, какие фуры гоняют? А там вот такая вот песчаная штука. Треугольник такой песчаный. Ой, прелесть тут отдыхать. Кстати, возле дороги находится это место. И тут чистый воздух, представляете? И гоняют автомобили. Такое дело. Смотрите, еще фигурка. Я подошел поближе. Вот такая. Вот такая. Вот, видите? Повсюду у них такие фигурки. Вдоль дороги. Интересно очень. Вот такая местность. Все, ребят, поехали мы домой. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Оставайтесь с нами. С вами был Чешир и Ёж. Пока-пока.